Ира, это что такое? Быстро мне объяснила. Ну и какого лешего ты в моих ящиках лазила? Да я просто решила там пыль протереть. И знаешь, не зря. Много интересных вещей нашла. Так, короче, я это конфискую, чтобы ты всякой херню не страдала. Мам, не нужно, пожалуйста. Я из-за волосатых ног нормально на физре переодеться не могу. Меня девочки стебут, шимпанзе называют. А ты учись отстаивать свои личные границы. Да и рано тебе еще в 13 лет ноги бреть.